Всем здорово. Мы погнали на репу. 14 ноября сегодня. Холод собачий, короче. Да-да-да-да-да. О, температура пошла расти. Было минус 5. Ну, блин, что-то я не верю. Мне кажется, холоднее. У меня аж это... Руки трясутся, честно говоря. Гринья, барбос. Очистки хоть бы хны, она не мерзнет. Может быть, уши только мерзнут, так как я их постриг. Ой, не могу, холодно, пиздец. Все. Жесть просто, как холодно. Ладно, увидимся на базе. Здесь я на горбану.
слова, по-другому нельзя. По-другому получится, правда не вся. Ты, пожалуйста, вся. Ты, пожалуйста, выслушай, что я скажу. Это эгоистично, я жду тебя. Мне нужно знать о тебе все. Мне нужно мысли прочитать. Я понимаю, что меня несет, но меня тянет сказать. Я должен следом за тобой бежать. Я должен слышать от тебя только да. Я должен рядом с тобой спать. Взяли, вот спокойно, просто сразу. Вот
Говорю, ты же до суда как-то дошел, что ты здесь свалился? Говорю, капец. Кое-как в машину затащил. Ой. Ничего не важно. Почитаешь, будет все идти, захочешь все. Пишу твой обратный адрес.
Катюшка, давай, Ау. Пока, я поехал. Друган. Ты что, все, погнал? Да. Давай руку тебе. Работаешь? Не, я уже отработал. У меня сегодня солярка замерзла. Пиздец. Что за солярка такая? Не знаю, с заправкой. С водой? Фильтра, наверное, не менял давно. Сейчас поменял, воняю. Надо мыться, доехать к себе. Лаваша взял. Давай, пока. 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 Мрачный город солнца востока. Короче, выходить с репы, садиться в машину, а в машине, это уже я посидел, подногрел ее немножко, а в машине минусовая температура. Сейчас пока по пути проеду, пока моя задница потеплеет. Такое кайфоломство такое вообще, ехать в холодной машине. Аж это, а что делать, приходится ехать. Я бы постоял, конечно. Подождал, пока она еще погреется, блядь. Но мне так хочется домой, честное слово. Просто сил аж нет, как хочется. Палец треснул. Рука левая что-то разболелась. Короче, очень сильно хочу домой. Поэтому сел сразу на газ. Фух. Не знаю, что говорить. Наверное, все. Буду пока на сегодня прощаться. Спасибо, что были со мной в этот вечер на этой репетиции. Тёмке спасибо, что зашел на репу. Молодец. Взял, зашел. Ребята из группы самое время поселились у нас через коридорчик. Это я им наводку дал, что у нас место свободное. Теперь будем соседствовать. Такие дела. Ну, пока.